Новейший электросамокат EVMK02, новинка 2014 года. Основных отличий два от других самокатов. Это мотор-колесо безредукторное, позволяет разгоняться самокату до скорости 40 км в час. И это наиболее экономичный вариант двигателя для самокатов. И вторая важная особенность – это полностью алюминиевый корпус, что делает этот самокат невероятно легким. Вес всего лишь 25 кг. Также самокат имеет очень большой объем для батарей. Туда помещаются батареи 48 вольт, 20 ампер-часов, что делает пробег самоката более 40 км без подзарядки. Механизм складывания очень надежный. О конструкции задней попозже расскажу. Спереди датчик скорости на колесе. Он позволяет заменять контроллер, то есть датчик скорости не привязан к контроллеру. Сзади дисковые тормоза, как и спереди, крыло карбоновой раскраски, тормозной и светодиодный фонарь, подножка для ноги либо для корзины. Подножие алюминиевое, любой вес не продавит. Руль очень красивой порошковой рифленой окраски. Да, алюминиевый корпус, пожалуй, самое главное отличие. Сзади подвеска с амортизатором. Мотор, колесо абсолютно бесшумное, скорость 40 км в час позволяет развивать, грузоподъемность до 120 кг. Батарейный отсек 6 литров, можно до 3 кВт-часов поместить туда. Удобный дисплей с индикацией скорости пробега и остатка заряда батарей. Кнопка включения фары, сигнал, управление сделано курком, очень удобно. Имеется также влагозащищенный разъем для заряда.